Здравствуйте! Сегодня с вами сделаем смузи с арбуза, малины, лимона и меда. Сейчас мы серединку, верхушку я срезала, серединку убираем, маленько убираем так в сторонку и начинаем работать. Взбила. Да, добавляем малину. Немного меда. Вот так. Ложку. Ну, можно вот чуть больше ложки положить. Меда. И отжимаем лимон. У кого есть лайм, можно лайм. Лайм даже вкуснее. И заново это все взбиваем. Взбила, вот такое получилось жидкое. Сейчас мы нальем бокальчики. Смузи я налила, теперь оформляем лимончик сюда. Так, оп. Все, приятного аппетита, очень вкусно и полезно.